На базе спортивной школы «Ангара» стартовал межрегиональный боксерский турнир, посвященный памяти мастера спорта Советского Союза Анатолия Караваева. В состязаниях принимают участие спортсмены из Хакасии, Бурятии, Новосибирска, Зеленогорска и атлеты из Иркутской области. На открытии побывала съемочная группа телекомпании «Актис». Почти 200 молодых боксеров от 14 до 18 лет собрались в спортивной школе «Ангара». Уже четвертый год в округе организовывают поединки в память о мастере спорта Советского Союза Анатолия Караваева. Он посвятил ангарскому боксу свыше 30 лет. За это время подготовил несколько поколений спортсменов, 20 мастеров спорта и 2 мастеров спорта международного класса. Спортсменам я желаю спортивной удачи, болельщикам ярких поединков и, безусловно, как всегда, благодаря нашим ответственным судьям, уверен, что победит сильнейшие, самые достойные ребята, уеду с наградами. Все спортсмены настроены на победу. Среди тренеров, которые воспитывают будущих чемпионов, есть подопечные Анатолия Караваева. Они учат своих атлетов тем же секретам, какие когда-то сами узнали от любимого наставника. Анатолий Романович это является родоначальник школы бокса города Ангарска, поэтому мы не имеем права не проводить турнир памяти заслуженного человека. Ангарчанину Никите Шитову 15 лет. Он соревнуется в весовой категории до 60 килограммов. В этом году попал в состав сборной Иркутской области. Бокс нравится. Он помог ему найти много друзей из других регионов и дает шанс проявить себя. Мне нравится. То, что можно тренировать свою выносливость, на соревнованиях знакомиться с новыми ребятами, получать опыт, ну и пробиваться дальше на более крупные соревнования. На соревнованиях боксерам предоставили возможность выполнить спортивный разряд кандидат в мастера спорта. Поединки будут проходить в течение 4 дней в зале спортивной школы «Ангара». Победителей определят в субботу. Также состоится награждение финалистов. Поддержать ангарчан сможет каждый желающий. Вероника Черник, Алексей Огнев. Местное время.